Приветствую вас, дорогие мои друзья, на связи Рэй, и продолжаем с вами проходить игру Cuts. Так, я получил анчивки, и меня скинули на 6-е место. Ух ты, зато я получил легендарный сундук. Так, давайте глянем, что у нас тут. Пока вроде неплохо, шкив. Ух ты, комплект мощности. Великолепно, я просто доволен. Так, что у меня тут можно, ребятушки, сделать? Давайте-ка глянем. Деталей у нас сейчас достаточно, так что приступим. Для жала 20%, ясно все. Это нам, наверное, пока не подойдет. Хотя, тут-то что, классика, катер. Классика, катер. Мне нужен, у которого много слотов для оружия. Пока я вижу только у катера. Ну-ка, давайте-ка приценим на него колесики. Так... Пушка, что у нас дает? 773 атаки, маловато, надо еще одну пушку поставить. Так, колеса, что у нас? Для валуна, ну понятно. Так, почти 3000 хп и теперь становится 3,5. Ну что же, ставим еще тогда, наверное, еще пушечку. Как раз 377, да, получается у нас? Да, и если я еще вгоню сюда энергию... Так, и вот... Ах ты, ядрить тебя на корень. Не хватает маленько денег. Все равно маловато, да? Давайте тогда еще одну спустим. И теперь, вот теперь хватает. Ну-ка. Блин, а что такое? Сколько? 8 она требует. Она требует 8 энергии. Вот это я лопухнулся, ребята. Вот так лопухнулся. Даже если я сейчас вгоню комплект. А хотя, по идее, должно прокатить, ребята. Че я переживаю? Сейчас глянем. Ну-ка. Вот, отлично. Все замечательно. И желательно бы, конечно, так, 351. Нет, 294, это, конечно, не то. А ты сколько мне даешь? Что-то я вообще по хпшкам-то упал. Так, ладно, мы тогда, наверное, для валуна. Для валуна это одно, ковшик вешает. Блин, а вот с ковшом напряг, ребята. Нет, неудачный у меня, конечно, получился вариант. Давайте ставим все на место. Все-таки валун, он и в Африке валун. И пока я буду, наверное, на нем форсить, вроде бы как у меня нормально получается. Да, есть большое желание сразу мне перейти на 12 раунд. Ну что ж, будем стремиться. И сейчас мы с вами будем с ними разбираться со всеми. Что, куда можно еще что-то влить? Денег у меня, конечно, маловато. Все потратил. Зачем только потратил? Дает полтинник нам прибавки, да? Ну что ж, придется тратить, ребята, кристаллы. Ничего не поделаешь. Замечательно. Итого... Итого у нас уже 4000 хп. Еще придется тратить. И корпус, корпус для... Очень мало дает он, конечно. Вот здесь будет он поэффективней. Последние кристаллики дотрачиваю. 4... Почти 4300 хп у меня получается. И все. Ни денег, как говорится, ни кристаллов. Придется, ребята, мне на этой машинке форсить. Ну что же, давайте посмотрим, как она будет себя вести. На каком я месте? На втором, ребята, на втором месте. Да, буквально две медальки меня отделяют от первого места. Так что давайте смотреть. Ну сразу скажу, что... Скона. Ёлки-палки, я не туда нажал, ребята. Мне нужна битва, а не отдельная битва с игроком. Поехали. Red Devil. Ёлки ты палки, Red Devil меня сейчас размажет. Да, как-то неудачно получилось, хотя, подождите, подождите. Нет, 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 нет. Эх ты, зараза ты мелкая. Ладно, Хантер. Хантер, ну Хантера мы разобрали. Хоть у кого-то мы забрали медали, это радует. Ой-ой-ой-ой-ой. Хардкоры. Да ну нафиг, вы бросили, ребят, что за бред? Неужели мой валун здесь профукивает по полной программе, а? Так, отлично. Это я не знаю, что за чудик, но тем не менее мы его порвали. Ай-яй-яй-яй, супер, супер получилось. Супер, мы его разобрали. Салтайр, нечего тебе летать надо мной.
Этот фокус не прокатит. У меня все-таки ковш. А вот это опасный враг. Опасный в ближнем бою. Ага, все, сделали мы его. Сикор. Бера. Какая-то бера. Не-не-не-не. А, я думал, сейчас поднимет меня своим ковшом, и я профукаю. Ну, здесь извини, братишка. Я оказался мощнее. Так, какой-то кореец всхлопотал свое. Ну что же, 11 боев я выиграл. И я так и остался на втором месте. Даже не продвинулся, хотя одну медальку выиграл, а по-моему даже и две. Как же быть, ребята, надо что-то делать, наверное, с атакой. Да? Да, от запчастей у меня нету. Ну. Так, всем привет, ребята, и я упал еще ниже. Я упал вообще на четвертую позицию. Поэтому нам надо... Оу, сундучок у меня. Сундучок появился, давайте глянем, что здесь. Валун, проныра, импульс, жало. Так, ну хоть что-то у меня опять появилось. Ладно, денег, конечно, маловато. Давайте открывать. Так, 2 часа будем ждать. И погнали мы с вами. Опять этот... Ух ты, даже кореец меня обогнал. Как это он так умудрился? Меня не было буквально несколько часов. Ай-яй-яй-яй, нет. Как этот Red Devil меня бесит. Подождите-ка. А разве в тот раз он меня завалил? По-моему, не он. Ай-яй-яй-яй, все-таки скатился. Все-таки он скатился. Блин, неудачно получается у меня все. Так, Хантера я, по-моему, в тот раз валил. Так, все, понятно, ребята. Вы посмотрите, что они делают. Они все понабрали себе вот эти вот машинки. Ой-ой-ой-ой-ой. Короче, все понятно. Классику. Они все взяли классику, которая... Да что такое? И хардкор, что ли, завалит меня? У-у-у, ребята, такими темпами я, пожалуй, далеко уйду. Ты смотри, что творится. Теперь понятно, почему я на пятой позиции, там, или на шестой даже. Нет, тут единственный вариант, ребят, знаете какой? Усилить мощь огневого оружия. Так, Пойрекс, стой на месте, нечего тебе на меня тут бычить. Другого варианта я пока не вижу. Укреплять, ну можно в принципе и укрепиться маленько. Но как вы видели, запчастей очень мало и денег нету практически, ни кристаллов. Но надо как-то выпутаться. Будем что-то кумекать, ребята. Так, 9 боев я выиграл из 14. Я на четвертой позиции. Ну, давайте перейдем к своей машинке. Что она у нас тут может сделать? Так, запчастей я, как вам говорю, не совсем уж и много. Даже совсем ничего. Надо укрепиться. Так, не катит. Так, дрель не идет. Видимо, ничего у меня не получится, ребята. С усилением. Все слишком слабое. Ну, влить. Ё-моё, 7200 стоит, а у меня всего-то 5000. Во, вот это уже другой разговор. Не хватает денег, придется продавать. Так... Еще не хватает 636, ладно, продаем еще. И тебя тоже. Так, ну что, теперь уже вроде немножко укрепились. И еще чуть-чуть. Так, на корпус уже не хватает. Ну что ж, давайте глянем. По идее, сейчас должен открыться у меня сундук с запчастями. Надеюсь, что-нибудь путевое выйдет. Так, я в чемпионате немножко подрался. Так, у меня еще есть от спонсоров. Давайте его вскроем. Посмотрим, что тут. Титан, валун, жало, пирамида. Так, ну в принципе... О, комплект мощности, это хорошо. Так, ну что, давайте еще маленько отдохнем с вами и приступим потом. Так, ребятушки, ну что, вот у меня супер ящик, давайте его открывать. Пила, циркулярка, валун, катер. Ага, титан у меня выпал, пирамида, импульс. И жало. Ну, 50-50. Ладно, ребят. Что-то нам надо с вами делать. Так, я на третьей позиции уже. Угу. Ну, давайте, наверное, немножечко улучшим свою тачку. Прежде чем выходить на лед, как говорится. Что мы можем с ней сделать? Мне приглянулся, ребята, катер. Но знаете, в чем у него загвоздка? Что он 20% только для дрели идет. А, ребята, у него еще энергии, оказывается, 9 всего. Нет, 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 не прокатит. Давайте обратно мне мой валун. Где он тут у меня?
Ага, вот он. Валун все-таки будет лучше. Так, ставим все опять на место. Единственное, что можно было бы... Так, сколько? 645 дает ковш у меня. Так, колесико. Вот так. Вот это вот хорошо. Ага, атаки почти 1500. Но, ребята, все равно маловато как-то. Надо как минимум 1800 будет самое то. Но мне, наверное, не хватит. Не хватит денег. Но все равно вливать придется. В любом случае, как ни крути. Давайте вот это все старье. А оно вообще ничего не повышает. Ха-ха, вот это облом. Так вот надо сделать. Придется нам... Ай-яй-яй-яй, я думал по деньгам. А почему? Вроде деньги хватает. Ладно, все на продажу. Весь этот ненужный хлам. Все равно я им уже пользоваться не буду. А машинку все-таки надо улучшать. Как ни крути, ребята. Итого у меня уже за 30. Отлично, за 30 тысяч. Так. Ну что же, вроде бы... Во-во, еще 35 к атаке. Вот сейчас уже почти 1500. Без 8 единиц. А все остальное, ребята, смотрите, очень мало дает прибавку. Ну вот это еще более-менее. Но опять же у меня не хватает денег. Да. Даже в корпус ничего не идет. Ой, в этот, в базуку. И в эту, да, не пойдет ничего. Да чтоб вас, а всех. Ладно, опять мы продаем. Да, ребята, вот так и получается, что открываем сундуки, а вместо того, чтобы наслаждаться, нам приходится продавать все запчасти, чтобы хоть как-то свести концы с концами. Так, и этого все равно мало. Это сколько мне придется влить машин, чтобы поднять всего лишь один уровень. Я практически все туда и вбухал. Очень-очень, конечно, мне это обидно смотреть. Но будем теперь отвоевывать свои бабки на чемпионате. Поехали, будем смотреть, что у нас из этого выйдет. Да ядрить тебя на корень. Да ничего хорошего у нас тут и не выходит. Этот Хантер... Ну как вот так вот получается? Сейчас просто меня размажет. Да, печально. Не могу я этого Хантера пока одолеть. Скона. У-у-у, даже Скона валит меня уже. Так, а Хардкор? Не... И Хардкор уже, блин, бомбит. Вот это я, ребята, упал. Упал ниже Плинтуса. Ну, здесь мне просто повезло. Он упал, его сейчас просто размажет стенами. Да, какая-то печаль. Я так далеко, ребятушки, не иду. Вы смотрите, как они быстро раскачались там, а? Еще совсем я их недавно дрючил. А теперь все, они на коне. И мне приходится вот со всякой мелюзгой только драться. Три победы пока еще. Три победы всего, а? Это из восьмого-то боя. Да, ладно, пять побед. Девятый бой. Ну, в общем, понятно. Я так и остаюсь на своей позиции. Даже ни одной медали не заработал. И придется мне, наверное, все-таки, ребята, очень и очень долго ждать, пока у меня накопятся хорошие сундуки. Ну как хорошие сундуки? Не накопятся, а пока я не вскрою их. И мне не выпадет что-нибудь стоящее. Ну хотя бы, если даже корпус не выпадет, то чем бы я мог бы апгрейдить свою машину? Да, на третьем месте я нахожусь. Солитайр на первом, Хардкор на втором, Скона на пятом. Блин. Засада, ребята, засада. Так, запустили сундучок. Ну, давайте наберем еще два сундучка, как говорится, на запасик. Да хорош тут уже своими пилами сверлить. Достал. И не получаю. Давайте еще один бой. Кто тут у нас? You are a сука. You are a сука. Ну, это ты сам, братишка, такой. Так, ладно, здесь мы проиграли. Даже сундук не могу себе заработать. Ядрить его на корень. Так, с пилами, да? С пилами. Не, ну тут ты, братишка, проиграл. Это однозначно бифер. Бифер, кефир, иди отсюда. Вот. Ну, не дают. Не дают они мне сундука. Опа, 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 какой попрыгун. Какой ловкий попрыгунчик. Нет, 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 не надо. Что делать? А как? Я что-то не врубился. Как-то я так умудрился взорвать-то его. Я же вроде как на крыше был. Ага, вот, первый сундучок есть. Нам надо заработать еще один. На запас. Так. Вернер. Ну, Вернер погиб.
Все, тут все было видно сразу. Слишком быстро он прыгнул и так же быстро закончил. Ну что, еще сундук? Поехали. Так, так. И, конечно, будет мне, пожалуй, сундук. Ничего у меня, ребята, не выходит. Не получается. Просто какая-то, я не знаю, невезуха. Как поганая старуха просто прицепилась ко мне, и все, и ничего не дает мне продвигаться даже. Ну? Нет, нету сундучка. Ну что ж, ребята, на этом я буду завершать этот выпуск. Всем спасибо за просмотр. Мы обязательно увидимся очень даже скоро. Потому что игра, вот и сундук, игра очень быстро развивается и очень быстро прокачивается. А на этом все, всем пока и до скорой встречи, ребята. Bouncing the hopper, nigga, you can't stop bouncing.